Может ли Индия присоединиться к союзу Иран-Россия? Израиль в стратегии чужой среди своих в 40-50-е годы. Ну, давайте исходить из того, что все-таки союз Новый Ковчег – это союз больше психоисторический, культурный, ментальный. Индия в него просто не вписывается. Как экономические отношения, как взаимоотношения там в рамках каких-то других более, да, но не часть этого союза, поскольку нет единства именно культурно-исторического, то есть тут не выйдет. А на чистой экономике смысла особого нету. К тому времени, скажем так, и так мир уже будет или триполярный, или будет очередной глобализм идти, и поэтому речь, как бы вопрос о том, что мы что-то создаем, да, как вариант союз панрегионов, да, но Индия, в принципе, и в наш панрегион не впишется. Чисто политически может быть союз, но не более глубокий. Прокомментируйте, пожалуйста, меморандум Путина Си. Почему этому событию так?